Мы должны стремиться создать нечто такое, что сравнимо с мощью природы. Ведь у великих композиторов, у Верди нет границ в Отелло или в Аиде. Вы не можете сказать: «О, пожалуйста, не вопите», поскольку они должны вопить, должны кричать нечеловеческими голосами. В этом есть определенный риск. Это может быть некрасиво, может выйти из-под контроля, но может также получиться очень сильно, на пределе, и мы не должны забывать об этом, хотя это не динамика. Это не просто темп, это что-то стихийное, я бы сказал, такие глубины. И надо всеми силами стараться достичь их, ты просто обязан достичь их. Вот что значит дирижер. Ко дню рождения выдающегося артиста Валерий Гергиев на телеканале «Ретро».